Никогда бы не подумал, что буду поклонником G-Shock'ов с их массивными корпусами. Многих часах сразу отталкивает их размеры, мол, как можно носить на руке такие огромные шайбы. В любом случае, моя задача не навязать им конкретный продукт, а просто поделиться своим впечатлением о GGB100 и максимально детально посвятить вас в тот специфический функционал, которым предлагают эти часы. А здесь есть о чем вам рассказать. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Обзор Времени. Сразу же вам напоминаю то, что по ссылке в описании вы можете найти ссылку на сайт и промокод, где эти часы вы можете приобрести по самой выгодной цене, а также промокод даст вам очень приятную скидку при заказе любой модели часов в этом магазине. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вам нравятся часы. Ну а мы начинаем обзор GGB100. Самая заметная фишка Медмастеров – их дизайн. В них хоть и узнаются G-Shock'и, привычном нам понимании, но есть детали, на которые точно обратишь внимание. Усиленная защита стекла в виде огромных выступов, вращающиеся кнопки с антискользящей поверхностью, толщина корпуса 19,3 мм и особое крепление ремешка. Несмотря на всю их массивность, я очень удивился, когда взял часы в руки. Мне они показались очень легкими, на секундочку 92 грамма. А потом вспомнил, в этой модели есть карбон. Пусть его и не так много, как в моноколе GVR-B1000. Залезть внутрь, понятное дело, не получится, зато можно визуально оценить преимущество карбонового волокна. Оно преимущественно в структуре безеля. На самом деле безель трехслойный, два слоя полимера и между ними углеродная слойка. По фото не так очевидно, но верхний слой прозрачный, а под ним находятся заветные черные сплетения карбона. Говорить о том, что такой вариант безеля намного прочнее, было бы неправильно, потому как, на мой взгляд, это больше декоративная составляющая. В плане визуальном, конечно, GGB100 смотрится выгоднее своих собратьев-болотников. Есть еще GVD1000, но они почти в два раза дороже, потому с ними не сравниваю. Сам по себе безель цельный, но прикрытый наплывами с винтами, которые надежно фиксируют всю конструкцию. Еще немного карбона можно увидеть по бокам, в прослойке между безелем и задней крышкой. Это тот самый защитный сердечник, внутри которого находится электронный модуль GGB100. Он, кстати, полимерный, но с углеродным армированием. Кнопки непривычно торчат из корпуса, но такой стиль мне даже нравится. Не думаю, что при сильном ударе с кнопками что-то случится, она усилена изнутри толстым стальным стержнем. Центральная кнопка значительно больше. Видимо, потому ее и защитили дополнительным стальным цилиндром, чтобы внутрь корпуса не попадала пыль, грязь и другие атрибуты агрессивной среды, которая, кстати, родная для всех медмастеров. На стержне есть несколько защитных прокладок, плотно прилегающих ко всем окружающим их элементам. Поверхность кнопок ребристая. Для работы в перчатках, для тех, кто использует часы по назначению, этот момент очень важен и необходим. Обе части ремешка фиксируются специальными накладками. Причем, в отличие от GG1000, здесь накладки размещаются с внутренней и внешних сторон, тем самым жестко ограничивая сгибание ремешка в обратном направлении. Ну и второй плюс – плотное прилегание часов к запястью. Ремешок с особой и характерной елочной текстурой, более износостойкой и прочной. Видимая задняя крышка выполнена из стекловолокна. Твердый, прочный и легкий материал. По дизайну, правда, напоминает бензобаки у брутальных внедорожников. Пусть в этом и есть львиная доля маркетинга, под ней находится классическая стальная крышка с прокладкой для обеспечения герметичного корпуса. Увидеть ее не получится, но она там точно есть. Минеральное стекло сферической формы. Это видно при боковом взгляде. Аналоговая зона циферблата очень хорошо читаема благодаря крупным белым часовым меткам и цельным стрелкам. Единственный момент, который меня смутил, это не идеальное попадание секундной стрелки в деление. Вряд ли это брак, скорее всего при сборке часов немного сместился аналоговый блок. В любом случае, меня как любителя позалипать на идеальный ход секунды, этот факт немного расстроил. Если что, ручная коррекция стрелок не сработала, я пробовал. На дисплее есть одна цифровая панель и большая шкала для ориентации на местности, в верхней части. Принципы ее работы я постараюсь объяснить чуть дальше. Bluetooth дает возможность подключить часы к смартфону и попробовать разобраться во всех тонкостях без инструкции, которая, к слову, здесь не маленькая. Скачиваем приложение G-Shock Connect и выбираем из списка GGB100. Приветственный экран сразу же подскажет нам выполнить сопряжение с часами. Насколько я понял, информация об измерениях температуры и давления воздуха не фиксируется в приложении, но они отлично работают в пределах часов. В случае с альтиметром можно даже измерить разницу высот между целевой и текущими точками, но в приложении нет упоминания об этом.
Так что если хотите использовать эту возможность, все-таки придется изучить соответствующий пункт в инструкции. Шкала с мелкими цифрами, по примеру, как раз отвечает за эту разницу. Кастомизация режима часов – еще одна фишка, которая меня заинтересовала. Здесь есть возможность не только деактивировать ненужные режимы, но и менять их порядок. Отсутствие солнечного питания лично у меня вызывает недоумение. Это же не совсем бюджетный сегмент, чтобы так жестко и необоснованно экономить. Тем более Bluetooth, датчики, подсветка быстро посадят батарейку, если пользоваться часами по назначению. Производитель указывает условия, при которых батарейка прослужит 2 года. Автонастройка времени 4 раза в день, будильник 10 секунд в день, подсветка 1,5 секунды в день, измерение направления 60 секунд в день, работа журнала миссии 4 минуты в день, шагомер 12 часов в день, измерение давления воздуха 12 раз в день. Неплохо, но все равно хотелось бы видеть солнечные батареи, чтобы уж совсем себя не ограничивать. Секундомер, будильник, мировое время, таймер, календарь – все это у GG B100 есть. Двойная подсветка, мощная и яркая, даже слишком. Активирует нажатие кнопки на лицевой панели часов. Такой вариант размещения японцы считают самым удобным. GG B100 по большей части сделаны для специфических кондиций использования. Если вы поклонник брутальных G-Shock'ов с прочной надежностью, без компромиссов, берите, не пожалеете. Использование журнала миссий – вещь очень интересная и, может, кому-то будет полезной. Но здесь уже четкое позиционирование. Либо это военная сфера, либо другие пешие выполнения заданий, желательно в агрессивных и тяжелых условиях. Bluetooth, шагомер, датчики, барометр, термометр, компас, карбоновый безель и корпус – функционал и материалы серии очень достойные. Не хватает лишь только солнечного питания, но такое решение инженеров ничего не поделаешь. Ссылку, где можно приобрести эту модель G-Shock'ов по самой выгодной цене и по скидке, вы найдете в описании. Вы были на канале Обзор Времени, обязательно пишите в комментариях ваше мнение по поводу данной модели часов, подписывайтесь и ставьте лайк, если вам нравятся часы. До скорого, друзья!